Раз, два. Коллеги, есть ли звук? Все, супер. Ну, тогда начну с самого начала, потому что это такой посыл, который, наверное, предвосхитит вебинар. Я хотел бы вас предупредить, что это будет особенный вебинар, и я надеюсь, что он искренне получится заряженным, эмоционально заряженным, информационно заряженным, потому что информационно нас зарядил на самом деле генеральный конструктор. Я говорю про большое интервью и внимательно почитал все комментарии, которые разные люди писали в социальных сетях до того момента, когда можно было еще в социальных сетях. Об этом мы тоже обязательно поговорим. И этот вектор, который задан нам вообще в качестве, наверное, самой главной информации, ради чего сейчас стоит продолжать привлекать инвестиции, повышать привлечение инвестиций на весь 2020 год. И также вкратце я обязательно с вами поделюсь стратегией, осознаниями и конкретикой, а что же мы в SWC будем делать в 2020 году для того, чтобы добиться наших великих целей. Я напоминаю, что 5 декабря компания перешла на 14 этап, это 14.1 этап, то есть это первый подэтап, и на самом деле никто не может предугадать, а сколько будет подэтапов и будет ли переход на 15 этап. И гадать в этом плане не стоит вообще, потому что на самом деле сейчас мы живем очень в нестабильное время. И в 2020 году нам придется сделать титанические усилия для того, чтобы в это нестабильное время, когда, возможно, будут какие-то даже ограничения по перемещению в мире. Я не буду сейчас скатываться в вебинаре, в мировые новости. Об этом обязательно мы поговорим уже на следующих вебинарах, потому что есть своя точка зрения, есть свое понимание, но я хотел бы привести одно сравнение. Как вы думаете, почему головная компания ограничила вещание в социальных сетях и в комментариях? Кто-то скажет, что репутация, вы пока пишите свои варианты, почему это произошло. Кто-то скажет, что режим тишины ужесточается и он проникает во все сферы, но я хотел бы как раз-таки это сравнить с мировыми событиями. Я не буду, опять же, вдаваться в конкретику, но когда эпицентр распространения негативной информации, он как-то слабо отслеживается, он пускается, возможно, даже как-то на самотек, то эта негативная информация может распространиться прямо в виде вируса по всему информационному полю, и больше блогеров будут на нас записывать по какой-то причине, по каким-то заказам негативную информацию. И репутация компании, и также SWC будет портиться. Основной темой моего выступления в конце 2019 года было как раз-таки вещание о репутации. Погрузившись в эту тему, я четко осознаю, что нужно делать и чего не нужно делать. И на самом деле, первые, самые главные шаги, что касается головной компании, потому что вот я цитаты с выступлений генерального конструктора буду приводить, но все-таки это не новостной портал. И новости должны, обязаны давать и разъяснять инвестиционные фонды те, кто привлекает инвестиции, те, кто ведут работу с инвесторами и разъяснительную работу. Поэтому я могу сказать, что на самом деле это замечательно, то, что ограничили возможность комментариев, потому что новости, если сейчас и будут появляться, их будет меньше, реже будут появляться, но они будут, на мой взгляд, грандиозные. И то, что я читал в комментариях, ну, честно признаюсь, я редко комментировал, и я помню тот свой период, когда я только начинал погружаться в проект, технологии, которую мы все с вами финансируем, и у меня не было времени на комментарии. Потому что это работа на телефоне, это работа на скайпе, сейчас это работа на зуме, сейчас это в мессенджерах работа. У тех людей, которые
действительно активно развивает компанию, у них не всегда есть время комментировать. Я подчеркиваю, не всегда, потому что, конечно же, грандиозные какие-то новости хочется комментировать, но компания не до конца ограничила это. Вы можете это поставлять на ресурсе РСВ, пока эта возможность не ограничена, но комментировать комментарии там уже нельзя. И там, конечно же, будет жесткая модерация, тролли будут удалять, только общее воодушевление и общая позитивная информация там будет оставляться. Поэтому я считаю, что это очень важное нововведение, и это вывод репутации компании на новый уровень. Это становление на путь очищения. Да, сейчас, возможно, в нашей истории очень сложно все прямо очистить, и никто не будет удалять в прошлом комментарии. То есть с того периода, как это началось, с того и продолжится. Но сейчас головная компания и вступила уже в 2019 году на международную арену, а сейчас мы и должны позиционироваться как международные компании, как международные инвестиционные фонды. И я хотел бы остановиться на самом важном, на самом главном. Пожалуйста, сбросьте ссылочку на интервью с генеральным конструктором, либо сейчас я это сделаю, чтобы не дожидаться, потому что это та стратегия, это тот вектор, который нам задан. А что же будет дальше? Что же будет дальше в плане развития компании? То, что я услышал, я вообще могу сказать, что мы уже являемся так называемым компанией-единорогом, именно вот та компания, которую мы финансируем. И это уже стартап, который получил, ну, считайте, первый пассивной раунд инвестиций. И это намного большая сумма, которую получают многие современные стартапы, которые планируют выходить на IPO, планируют выходить на рынок. И часто они выходят на рынок с негативной, отрицательной прибылью, с негативными, отрицательными показателями. А что касается того направления, которое мы с вами финансируем, мое ощущение, что когда настанет час выхода на публичные рынки, будет как раз-таки именно положительные характеристики бизнеса, которые мы с вами сейчас инвестируем. И основные моменты, я хотел бы на них остановиться. Я не стал и не стану полностью давать какую-то стенографию. Стенография, кстати, будет обязательно. Мы ее вам предоставим. И проголосуйте плюсиками, либо напишите, на какие языки нужно стенографию, то есть полностью выступление генерального конструктора перевести. Я думаю, что, наверное, это на все языки должно быть переведено, потому что это очень важно. То есть первая цитата, которую я хотел бы осветить, это что генеральный конструктор считает, что 2020 год станет решающим для группы компаний. Не определяющим, а решающим. И я тут хотел бы добавлять свои ремарки вообще по тому бизнесу, который мы с вами развиваем, потому что очень много соприкасается. На самом деле, кому-то, возможно, кажется, что, к примеру, в руководстве компании занимается непонятными вещами, но выстраивание стратегии – это очень важная вещь. И выстраивание стратегии даже в научно-производственной компании и в инвестиционной компании часто есть определенные общие вещи. И я хотел бы здесь добавить, что 2020 год станет решающим не только для группы компаний, но и вообще для мира. Вы видите, как просто трясет мир на сегодняшний день. С одной стороны, с другой стороны, и со стороны медицины, и со стороны логистики, и со стороны падения взлета рынков. Кто-то строит домыслы, что, возможно, что-то было подстроено для того, чтобы кто-то купил большие объемы акций, но для своей страны никто бы такого не стал делать, потому что рынок и страна конкретно, откуда, сами вы понимаете, что пошло, я говорю про вирус, она терпит намного более серьезные и сильные убытки. И как раз-таки на руинах экономики, на руинах инфраструктуры всегда строится новая экономика и новая инфраструктура.
А какую основу на сегодняшний день новой инфраструктуры мы можем видеть? Что могут представить фирмы, которые, организации, корпорации, компании, которые сейчас развивают инфраструктуру? Это либо устаревшие решения, либо те компании, которые вроде как можно и считать их конкурентами, но мы привыкли думать и понимать, что конкурентов у нас нет, а их действительно нет, потому что они не продемонстрировали, не построили более 5 тестовых участков, и один из тестовых участков уже в другой стране, и не профинансировали с помощью того способа, что мы с вами развиваем, о какой конкуренции здесь может идти речь. То есть альтернатива для инфраструктуры будущего мира на самом деле, скорее всего, одна. Может кто-то, допустим, в этой гонке вырваться не вперед, а хотя бы начать догонять, но это уже крайне сложно, потому что огромная работа была проделана как нами с вами, так и научно-производственным конструкторским предприятием ЗАО «Струнные технологии» в первую очередь. И на самом деле то направление, которое мы с вами финансируем, оно возможно является спасательной шлюпкой. И мы не раз приводили такой термин, концепт, это не мой термин, но мне он очень нравится в свете 2020 года. Еще больше нравится как народный экономический ковчег. Как выстраивание новой логистической инфраструктуры, как выстраивание новых рынков, также и заход на новые грани рынков цифровой реальности, которые сейчас только рождаются. Кто следит за моими социальными сетями, я всегда сбрасываю то, что меня интересует, то, что считаю нужным показать. ВКонтакте, например, сбросил статью про DeFi, то есть децентрализованные финансовые инструменты. И внутри того направления, которое мы финансируем, родится множество таких инструментов и будут использоваться, на мой взгляд, лучшие блокчейн-технологии. Поэтому моя ремарка здесь не только для группы компаний, для всего мира, для экономики, для блокчейн-экономики. Много для чего. И как только корпорация, которая в виде стартапа преобразуется в корпорацию, я имею в виду направление, которое мы с вами финансируем, уже будет мерной поступью шагать по планете уже в виде адресных проектов, тогда все больше и больше направлений будет присоединяться. Я говорю и про блокчейн, я говорю и про разные финтех отрасли и, конечно же, инженерные отрасли. Мы создаем отрасль и не просто транспортную, а транспортную инфраструктурную, которая затрагивает все и вся. Тут я неоднократно это отмечал, и не стоит сравнивать вообще то, что мы финансируем с Фордом, с Боингом, потому что это подвижные составы и это машины. Это инфраструктура очень ограниченная, и то, что мы делаем, это не только подвижные составы, далеко от слова как раз-таки совсем нет. Это именно полная инфраструктура, все стрелочные переводы, депо. Представьте, что вы финансируете просто на одну минуточку, прикиньте, что вы финансируете в целую отрасль с нуля. И давайте рассмотрим, как двигаются некие отрезки отрасли, например, электромобили. Например, возьмем компанию Tesla. Я, честно скажу, не ожидал такого поворота событий, но Tesla сейчас находится в очень рискованной позиции для входа, потому что я общаюсь с трейдерами, с управляющими, и многие боятся сейчас сходить, потому что происходит аномальный рост. Происходит аномальный рост на основе новостей, что с ведущей зарубежной корпорации фабрика была запущена по производству литиевых аккумуляторов, сразу прицепом выросли цены на литий. То есть это биржевые рыночные игры. Но по сути новых подвижных составов, помимо Кибертрак, помимо какого-то анонса, сделано и не было. И все движется за счет именно шоуменства.
А представьте, если у нас агрессивный, когда у нас агрессивный маркетинг, я говорю про SWC, мы к этому готовимся. Я, конечно же, имею в виду, что когда-нибудь и такая вот грандиозная пиар-акция международная начнется у самой головной компании в виде агрессивного маркетинга. Представьте, как это потянет за собой различные направления, различные отрасли. Тут не только литий будет расти, падать, тут и производители микропроцессорной электроники и многое-многое другое будет расти и падать. Опять же, вернемся к теме Китая. Это сейчас заводы Apple останавливаются, магазины Apple закрываются. Соответственно, производители тех комплектующих, которые поставляли для заводов, они падают в цене. Почему? Потому что спектр и вектор очень ограничены. Они не создают целую отрасль. Они создали отдельные узлы. Причем те узлы, которые зависимы от тех индустрий, которые могут пострадать. Создавая же целую отрасль, и на самом деле я еще больше бы загорелся, если бы в 2014 году мне это разъясняли. То есть у меня было понимание, что да, мы сейчас финансируем тестовые участки, да, будут запускаться адресные проекты, но компания будет иметь к этому отношение не в виде генерального подрядчика, генерального конструктора. Если бы мне тогда это сказали, я бы еще мощнее развивал в самом начале, хотя и так достаточно сильно развивал направление в виде информирования людей. Мы готовы к выходу на мировой рынок, дело за малым. И я говорю, друзья, здесь мы, не мы с вами, мы не готовы ни к какому выходу на рынок. Это готова головная компания, научно-производственное предприятие. Мы с вами готовы финансировать, и у нас есть вход. И дело за малым, нужно подписать контракты на адресные проекты, я цитирую генерального конструктора, и получить по ним финансирование. Внимание, ремарочка, дело за малым. Генеральный конструктор, создатель технологии, я также в логике ребрендинга не произношу, потому что пока что нам непонятно, что можно произносить, что нельзя произносить. Такие вот первые попытки, как можно позиционировать информацию, на мой взгляд, я покажу в своей сегодняшней презентации, когда буду говорить, например, о монгольском визите. Ну, там просто текстом не будешь сыт, нужно что-то показать. И покажу формат. Этот формат, как преподносить информацию, мы, конечно же, уже закинули удочку и ожидаем полный регламент, как можно предоставлять информацию, какие подвижные составы можно показывать, какие нельзя. Ну, я думаю, что те материалы, которые в конце 2019 года головная компания предоставила, сбросьте, пожалуйста, ссылку, у кого есть под рукой, я сейчас искать не буду, это можно использовать именно в том виде, в котором было предоставлено головной компании. Достаточно очень мощные, серьезные визуализации были подготовлены. Дело за малым, подчеркиваю. То есть адресные проекты, подписание контрактов, это уже дело за малым. Генеральный конструктор слов на ветер не бросает. То есть работа поэтому активно ведется и остаются уже крайние шаги. А получить по ним финансирование не мы с вами уже будем финансировать, а те самые крупные инвесторы, о которых мы говорим и которые намеренно обходят, но на самом деле это достаточно прибыльно и хорошо для нас, потому что если бы сейчас крупный инвестор выкупил бы уже основную долю, то развитие адресных проектов от этого не ускорилось бы. Просто бы мы сидели бы в режиме тишины, и самое лучшее, мы финансировали бы уже новые направления, которые также нужно запускать. Никто не знает, как повернулась бы ситуация, если бы закрыл крупный инвестор. Поставьте, кстати, плюсики от 1 до 10, как вообще вот те комментарии, которые к цитатам воспринимаются. Возможно, это бесполезная информация, и я это приму к сведению. То есть была проделана сложнейшая работа, и эта сложнейшая работа была выполнена в режиме тишины. И к этому режиму приступаем и мы сегодня.
Потому что я вам не скажу ни под каким предлогом, ни под какими уговорами, какая юридическая схема готовится в SWC. А в какие новые направления мы будем заходить как именно агрегатор инвестиционных услуг? Потому что на самом деле немножко созвучно, что мы создаем отрасль с тем направлением, которое мы с вами делаем, создаем, финансируем в SWC. Мы создаем не просто инвестиционную площадку, мы создаем агрегатор услуг. И самое важное направление, которое будет рождать сопутствующее направление, это и образовательное направление, которое я решил на себя взять, так как увидел эту стратегию в виде потенциального очень стремительного роста. Не то, что новых инвесторов, знаете, какое-то набирание структур нет, а качественного потока людей, которые заинтересованы в формировании и финансировании мира, который мы с вами все видим в своих головах и мыслях, и головная компания создает. То есть мы тоже в некотором плане в инвестиционной сфере создаем новое веяние, потому что эта отрасль, она, наверное, нам позволит называть себя и рекордсменами в области краудинвестинга и краудфандинга. И те компании, которые уже постфактум начали развиваться, сравните потоки, сравните именно количество людей, которые заинтересованы. И я вам приведу такую фразу: очень просто привлечь инвестиции, но самое сложное их вернуть. Поэтому нужно всегда думать, куда ты привлекаешь инвестиции и какой дальнейший план. Пятое. При работе за рубежом, опять же, цитата генерального конструктора, я четко привожу, без искажений, мы поняли, в первую очередь он понял, что главное на самом деле для тех, кто принимает участие об адресных проектах и заказах, важнее всего кадровый потенциал, кадровый актив, интеллектуальный потенциал. Я не буду останавливаться о том, что создатель технологии все упомянул в своем большом, замечательном и очень глубоком, мудром интервью. Дай бог всем SEO на самом деле давать такое интервью инвесторам. Я могу сказать, что максимум, что вы можете получить при IPO, это сжатые выжимки и отчеты перед SEC, чтобы это IPO состоялось. То есть мы вообще наблюдаем на самом деле очень такую активную социальную роль SEO компании. Это дорогого стоит, потому что многим, когда привлекает инвестиции от крупных компаний, не то что без разницы на инвесторов, но они не вступают в коммуникацию даже вот в подобную редкую, именно социальную активную, как это делает генеральный конструктор. Как вы думаете, какой кадровый потенциал мы с вами взрастили? Я не говорю про другие инвестиционные фонды, я говорю именно про SWC. За 5 лет мы создали тот баланс и ту цепочку лидеров, неразрывную действительно цепь, на основе которой может быть запущен абсолютно любой бизнес и любое направление в логике программы «Экомир», которую в будущем мы с вами будем развивать. Это эпицентры, это очаги активности во многих регионах и странах, более чем в 200 странах мира. Это действительно уникальный прецедент и социальный прецедент. И многие компании жаждут подобных готовых структур для того, чтобы наслаивать свои бизнесы. И в этом плане я могу сказать, что даже наблюдая за сферой образования, да, мы вначале пока что будем пользоваться чужими комплектующими, но будем создавать и свое. Я не буду говорить конкретику, но есть четкое понимание, куда двигаться и какие минусы, плюсы даже у образовательной части платформы. А если говорить про головную компанию, то 1000 инженеров это, как генеральный конструктор выразился, мы как они, точнее, мы не являемся инженерами, как пигмеи выглядят перед
конкурентами, которых я на самом деле не назвал бы конкурентами, потому что это совершенно другая отрасль, но транспортная также. Например, сравнивая Siemens. И посмотрим, что будет через 2, через 3, через 4 года и к моменту выхода на публичные рынки. То есть тут честную и четкую дату я назвать просто физически не могу, так как не знаю. Мое мнение, что это значительное количество людского потенциала увеличится не просто в разы, а в 4, в 5 раз, потому что нужно будет охватывать новые адресные проекты, новые модели и делать, создавать это одновременно. И что действительно радует, то что произошло разделение, диверсификация и децентрализация. Люблю очень этот термин, так как вы знаете, что уважаю блокчейн-технологию, являюсь блокчейн-энтузиастом. То есть мозги и основные мышцы находятся, как выразился генеральный конструктор, в Республике Беларусь, так как все общаются на одном языке, все примерно в единой социальной среде находятся, и все друг друга понимают. И дополнительный взращиваться потенциал уже будет на территории американского университета, той стране, в которой сейчас построен новый тестовый участок и уже начаты к строительству следующие тестовые участки на более протяженные дистанции для тяжелых машин. Там уже будет взращиваться дополнительный потенциал, но которым будут курировать уже, наверное, иностранно говорящие специалисты, которые проходят определенный путь сейчас, участвуя в работе по созданию, по строительству первых тестовых участков за рубежом. И это действительно классно. Это мы видели во многих компаниях, и многие компании к этому приходили через многие-многие года. То есть заметьте, когда Apple перенесли свое производство в Китай. Когда произошло это разделение, децентрализация? Не в течение 5 лет до выхода компании на рынок явно. И привести примеров я могу очень много. И опять же, здесь очень сильно я оцениваю белорусский, русский потенциал в плане программистов, в плане того направления, которое я в какой-то мере немножечко донес и направил. И сейчас это курирует головная компания, имея в виду блокчейн направление. И очень колоссальный интеллектуальный людской потенциал, поверьте мне на слово, именно в Республике Беларусь и именно в Российской Федерации. Потому что многие компании приезжают скупать команды, направляя их в другие страны, будь то это разработка блокчейн-продукта, будь то это разработка финтех-продукта, именно с Республики Беларусь. И очень сильные блокчейн-мозги там находятся. Поэтому интеллектуальный кадровый потенциал пополнится и новыми виртуальными специалистами, как назвал генеральный конструктор, эти отрасли. И вот эти вот отрасли, которые смогут родиться, как упомянул генеральный конструктор, за считанные годы, за 2, за 3 года, а поверьте мне, виртуальных отраслей, когда будет запущено то направление, та целая отрасль, которую мы с вами финансируем, новая транспортная, инфраструктурная, виртуальных отраслей появится, не отраслей, а направлений появится очень много. И очень много стартапов. Наверняка какой-то бизнес-венчурный фонд появится от головной компании. Это уже другая история, это финансовая история, это легальная, очень жесткая история. Но это также обязательно будет. И сегодняшний кадровый потенциал, это 6-я цитата, которую я для себя отметил. Ну не знаю, вот у меня в голове прямо вот это осело. И я вижу далеко не только в только кадровом потенциале или только что привлекли столько-то инвестиций, нужно все упоминать эти цитаты, потому что они меня лично мотивируют на то, чтобы еще более активно развивать. По рассрочке я вам говорил, что ну, кулуарно я говорил, что продолжаю и буду продолжать, потому что ну, такой возможности в будущем-то, наверное, и не будет. Эту возможность получают на ранних стадиях звезды,
венчурные капиталисты, просто по знакомству. У нас эта возможность есть сейчас для каждого из нас. И генеральный конструктор оценивает кадровый потенциал как актив 2 миллиарда долларов. Тут я ничего прокомментировать не могу, но хотел бы сказать про наши с вами дела. Я не буду давать четкую оценку, но я могу сказать, что основной актив, который был создан за 5 лет работы, вначале это было полное название, сейчас это аббревиатура, далее это будет еще дополнительная схема для привлечения крупных инвестиций. Немножко я забегаю наперед, но основной ресурс, который мы сколотили, это сообщество. Это объединенное сообщество людей, которые, несмотря на то, что кто-то временно отходит, кто-то временно приходит, ну, знаете, я на многих конференциях присутствую, я вижу, что иногда люди присутствуют, лидеры, иногда они гуляют по каким-то другим бизнесам, компаниям, но они возвращаются. Потому что это уже как есть энергоинформационный эгрегор, а у нас это люди, объединенные одной идеей. И это очень мощный ресурс, которого у других корпораций нет. То есть у других корпораций это работа по найму, это менеджер по продажу. Да, у нас тоже такие сотрудники есть, но даже в головной компании я знаю, что один из основных аспектов и очень важных – это приверженность той идеи и вообще вера в ту технологию, которую мы с вами финансируем. Это действительно очень классный нюанс, который также оценивается даже при приеме на работу. И у нас с вами сформирован огромный социальный потенциал в многих странах мира. То есть мы максимально распределены, и как споры грибов мы можем пустить свои результаты сразу максимально быстро с учетом той воронки, которую я вам сегодня, кстати, и поведаю очень вкратце. Седьмое. Несмотря на все проблемы в ЗАО «Струнные технологии», к настоящему времени инвестирована и упомянута сумма инвестиций. И представьте, это произносит генеральный конструктор в открытую, ничего не скрывая. Почему? Потому что это все в белую, это все проходит не как только через бухгалтерию, но и через все инстанции, через все органы, и уставной капитал наращивается. На Экофесте еще было упомянуто, с какими производственными структурами, гигантами действительно сейчас головная компания стоит на одном пьедестале. И это как раз-таки, я могу сказать, повторить, мы сейчас уже, в принципе, вступаем в такую категорию компаний-единорогов. То есть это венчурной тематики, те компании, в которые уже проинвестировано, и к ним уже можно присматриваться. Крупные инвесторы обычно ожидают начала деятельности, либо получения первых прибылей, либо, если это медицина, каких-то результатов исследований. А если сравнивать с результатами исследований, то испытания, создание новых проектов и закладка новых камней в проектно-конструкторской документации происходит каждую неделю, если не каждый день. Восьмое. Попытки недоброжелателей, которые пишут доносы во все инстанции, обвиняя нас в том, что мы якобы финансовая пирамида, мошенники всегда терпели фиаско и будут терпеть фиаско. И здесь я могу сказать, что SWVC действует в той же логике. Неспроста в 2019 году началась очень серьезная работа, далеко не в конце года. Еще на Экофесте присутствовал тот ключевой игрок, который оценивал и очень внимательно наблюдал вообще за всем, что происходит на Экофесте, потому что с ним в том числе мы сотрудничаем над именно созданием безупречной на сегодняшний день репутации в агрессивных условиях, которые состоят. Ну, видите, блогер за блогером по заказу чему-либо начинает лить грязь на SWC и на генерального конструктора. Хотя стоит признать и стоит это понимать, и каждый из нас должен понимать, что это очень
разные направления научно-производственная конструкторская деятельность и привлечение инвестиций. И мы также в будущем разделять будем вот тех сумасшедших сетевиков, MLM-щиков. То есть да, надо было с чего-то начинать, но поставьте плюсики, кто из сетевика превратился в венчурного, серьезного инвестора, который понимает, что надо говорить и как надо говорить и кому надо говорить. Могу поднять руку. Да, я начинал с сетевого какого-то крупного лидера. Ну, даже в прошлой истории я всегда обрисовывал подводные камни. И здесь всегда нужно понимать, что ты говоришь. Не обещать с три короба, и мы будем бороться, как SWC, с тем, кто сеет дезинформацию. Какие будут меры в будущем, я думаю, что все узнают. И вот это вот уже, ну, меня просто будоражит от таких высказываний. В 2014-2015 году это было, знаете, как там где-то далеко. А сейчас есть понимание, и оно настанет еще быстрее, когда будет понятна скорость развития адресных проектов, что по оценкам генерального конструктора в 21 веке на планете должно быть построено не менее 20 миллионов километров струнных дорог. Это уже не руководитель фонда где-то рисует в табличках, и нет никаких экономических расчетов. Просто я вам приведу один пример, очень показательный. Это не создание целой отрасли. Это некое ответвление в железнодорожной индустрии. И Рокфеллер на самом деле начал свой путь, так как он создал нефтепровод. То есть он заменил транспортировку нефти, ну, он использовал изобретение, там были нюансы, конечно, тут я не спорю, но он использовал и модифицировал транспортировку углеводородных топливных ресурсов не с помощью железнодорожного подвижного состава, а с помощью трубы. И так он завоевал рынок. Это только одно ответвление. Опять же, напоминаю, что мы финансируем с вами создание целой отрасли. И сейчас, как я говорил, в ранних пунктах в Республике Беларусь останется мозги и основные мышцы того, что мы с вами финансируем. Мозговой центр, руки, ноги. То есть это, знаете, как некий аватар корпорации, а все она уже воплощает, точнее нет, наоборот, аватары это как раз-таки адресный проект, это все, что воплощается. А реальность все находится в Республике Беларусь и будет уже модифицироваться на весь мир. То есть, если что-то вдруг, допустим, ну какие-то, я не знаю, геополитические события происходят с адресным проектом тем или иным, допустим, десятым, которым запустила головная компания, то в новое направление, в новую страну головная компания сможет прийти, потому что мозговой центр сосредоточен в другом месте. Это ли не замечательно? Это на самом деле очень классный, ушел только демонстрационный шоу-рум, и то отчасти, потому что вы видели, что с Монголии огромная делегация, и монгольское направление, оно освещено также в дорожной карте белой бумаги по блокчейн-платформе, которая на сайте svg.io, все можно прочитать. Ну, правда, на английском языке, я объясню почему, потому что это позиционируется в первую очередь для зарубежного крупного рынка. Ну, до этого, я думаю, что в будущем мы дойдем уже по результатам, которые нам продемонстрирует направление и департамент, тот, который занимается блокчейн-направлением. И сейчас эта часть ушла как раз-таки в то нужное время, в то нужное место, где будут проходить очень серьезные крупные события. Искренне будем надеяться, что ничто не повлияет на проведение этих событий. Вы опять же видите, какая нестабильная ситуация на сегодняшний день в плане медицины в мире. И мы за этим также будем активно следить. Это
может повлиять и на ход конференции, много на что может повлиять. И предупредить и предположить это в 2019 году просто было невозможно. То есть это свалилось, и в этой действительности мы с вами живем. Но Экспо 2020 планируется, туда сможет приехать каждый. И Экспо 2020 это самое грандиозное событие, вся демонстрация тех делегаций, которые будут посещать страну партнера основного головной компании, они, конечно же, я думаю, что скорее всего, предположительно, потенциально, тут утверждать ничего не могу, по моей обычной логике, они обязательно смогут посетить те тестовые участки уже, которые будут созданы. И вы прекрасно понимаете, я тут 13-й пункт хотел бы отметить, что в работу по процессу сертификации уже включились партнеры из многих стран, в том числе из главной страны партнера головной компании. Это Арабские Эмираты. Какие-то новости и СМИ, вы можете все это отследить на портале новостном РСВ в разделе News, и это все дублируется, конечно же, в новостных разделах SWC. Огромное количество информации сейчас в СМИ о том, что происходит в Арабских Эмиратах. Но по логике ребрендинга мы не будем это упоминать на наших вебинарах, но очень серьезная деятельность там происходит. Опять же, режим тишины мы не нарушаем, и я рекомендую, и не то, что рекомендую, а говорю, что никто из нас не должен его нарушать. То есть всегда нужно думать, где говоришь и как говоришь. Скорость 500 км в час будет показана позже, так как нет тестовых трасс, и это не в Шарже, это в другом эмирате, где мы работаем. Опять же, мы это не как мы, как инвестиционная структура. Я цитирую генерального конструктора и вам просто говорю. И отвели участок нужной длины для получения скоростей. А как вы понимаете, и можете все это почитать в будущей стенограмме выступления генерального конструктора, и далее мы это все переведем на языки, а те, кто любит прочувствовать, вот, например, как я это все через эмоции, через мимику, через жесты, я рекомендую обязательно посмотреть полное выступление, большое интервью генерального конструктора. Потому что это того стоит, и это наш вектор на весь 2020 год. И есть четкое понимание, какие скорости нужно достичь и при достижении скорости 500 км в час и даже 1200 км в час. Это гиперскоростное направление, и я с удовольствием это все послушал, и с удовольствием, надеюсь, мы с вами уже и личностно, и профессионально по компетенциям дорастем, чтобы и подобные направления также закрывать в 10 раз больше, ну, хотя бы в 3-4 раза больше по привлечению инвестиций, которые мы уже сделали за 5 лет и в намного более краткий временной промежуток. Этому нам с вами придется обучиться. Это направление на 2020 год, в том числе SWC. Адресные проекты не за горами, не за морями, как говорил Циолковский. Они уже вот-вот. Здесь ничего не добавить и не убавить. И я неоднократно говорил, Михаил Кириченко сказал, что шоумен он, возможно, это так дело и обстоит, что генеральный конструктор, неоднократно он это повторял, он не будет себя вести ни как Маск. И я могу сказать, что Маск ведет себя так, потому что это нужно, исходя из логики удовлетворения и потребностей инвесторов и некого хайпа, потому что новые продукты фактически они создались, и потом, чтобы их создать, нужно огромные вливания делать. Кстати, наблюдайте за стоимостью компании Tesla. Я думаю, что даже если за 1000 она перейдет, вы увидите отскок, и вы увидите, как можно вообще и стоит ли заходить на ожиданиях. Сейчас очень опасно заходить, и тем более шортить и так далее. И ЗАО «Струнные технологии» – это не новостной портал, это инженерная компания. Мы будем все получать с портала РСВ.
заострунные технологии, то, что будут показывать, то мы и будем принимать и развивать. Нам с вами, как SWC, много что предстоит сделать в 2020-м. Опять же, будут делать те, кто желает сделать, но тот, кто это сделает, достигнет в 2020-2021 году самых лучших результатов, и в кармане он также это будет ощущать в будущем, когда будет финансирование уже в новых направлениях. Компетенции просто нужно получить достойные и понятные. Какие, я сейчас чуть попозже скажу. Я как инженер, генеральный конструктор говорит, ученый, публицист, вот это вот не говорит фактически, наверное. Ну, очень мало SEO говорят компании, понимая, что я делаю, я знаю, что и понимая, почему я это делаю и для чего я это делаю. Тут не добавить, не прибавить. Вектор понятен и понятно, куда мы движемся. Это самое главное, это выстраивание стратегии. А в нашем случае по финансированию и по созданию продукта от головной компании это на 10, на 20, на 30 лет вперед. И самое главное, я выделил красным, я помню все обещания, данные в ту доисторическую эпоху, в моем случае это 2014 год, а в случае генерального конструктора обещания были даны еще ранее, то есть еще до запуска краудинвестинга были инвесторы, и им также были сконвертированы доли в необходимых пропорциях. Не думайте, что что-то забыто еще в ту эпоху. Он сделает все зависящее от него, чтобы не подвести инвесторов и, не дай бог, обмануть их. Это золотые слова, и это честь и достоинство генерального конструктора, которое он проносит и через идеологию, и он мог это не произносить в конце, но он это произнес. Он понимает, что несет ответственность. И понимает, что если понадобится и из других ресурсов, когда он это уже произносил, это люди, которые желают, обязательно вытащат. И он это просто повторил. Почему? Потому что наверняка он этого не боится. И опять же, про шоуменство я могу сказать, не все SEO-компании шоумены. Посмотрите на Безоса, посмотрите на Маска. Не ходили они на сомнительное интервью с употреблением непонятных веществ, и стратегия развития была другая. Посмотрите на Энди Гроу, это бывший CEO компании IBM, как они развивали бизнес и как развивает и позиционирует себя генеральный конструктор. Я думаю, что это абсолютно нормальный стиль, а агрессивный маркетинг будут делать блогеры, шоумены и сколько их еще будет. И вот моя попытка действия в логике ребрендинга. То есть я привел ссылку на источник внизу. Не показываю фотографии генерального конструктора и генерального директора ЗАО «Струнные технологии». Не упоминая название технологии, я показываю события. Главное, ключевое для нас. А все остальное можно прочитать на новостном портале. Но, повторюсь, этот вектор также был упомянут в белой бумаге по будущим адресным проектам и блокчейн направления, и вообще адресных проектов. И посмотрите на новостях. Ольга, сбросьте, пожалуйста, либо кто-то еще, ссылку на RSV Systems с этой новости. Там огромная делегация присутствовала, и ни в один заезд удалось всем проехаться на том подвижном составе, который на тот момент был возможен к запуску. Постоянно что-то находится на испытаниях, и вы знаете, что целая научно-исследовательская лаборатория на территории фермерского хозяйства в том числе работает. Предстоящие события, помимо Экспо-2020, это, конечно же, открытое событие Инотранс-2020. Я думаю, что всем лидерам нужно планировать. Опять же, я искренне надеюсь на мировую обстановку, что ничто не повлияет участию и формированию, проведению этих событий. Более 80% респондентов выставки уже заняли свои позиции. И, конечно же, головная компания, я думаю, что уже в этом плане заняли. И активы головной компании – это приобретение целого здания.
Не будем разбираться в качестве второго собственника, первого собственника. Факт в том, что целое здание под нужды головной компании – это эпицентр, вот это вот мозговой центр деятельности. Чтобы мозг работал полностью, мозг должен находиться в одном месте. Что и используя различные, я думаю, истории, и я думаю, что это было все приобретено по очень выгодным условиям. Иного быть не могло, так как логика полной финансовой оптимизации всегда преследуется в планах и намерениях генерального конструктора. И далее мы переходим уже к важному, для чего мы с вами будем развиваться и как мы будем развивать стратегию СВЦ в 2020 году. Ранее я вам говорил, что мы будем развивать образование. И для чего мы это делаем? Для того, чтобы потом продавать еще больше, еще лучше. Поэтому после Instagram, когда вначале мы будем запускать на сторонней платформе, потом уже покажет время, ничего про планы я говорить наши не буду, но это уже будет дополнительный комбинированный продукт. И что касается продаж, те, кто поставьте плюсики, кто проходил обучение Юрия Галата и так далее. Вы увидите, какого уровня у нас будут специалисты. Почему я это говорю? Специалист даже непосредственно по продажам и какие компании, гиганты он обучал в самое ближайшее время. Почему я это озвучиваю? Потому что переговоры, в принципе, уже были проведены по именно формированию международной системы продаж. И это уже процесс движется. Для чего мы это делаем по образованию? Это, конечно же, новая аудитория. Вы видите, что у нас не так много современных молодых людей. Те, кто тратят и теряют свои деньги в перезапускающихся пирамидках. И нам нужно, мы можем перестроить сознание людей из сетевиков в венчурных профессиональных инвесторов и агентов. Это мы доказали уже за 4 года. Лучшие навыки – это лучший результат. Это однозначно. И сейчас навыки я вижу следующее. Поставьте плюсики, кто профессионально, или давайте так, от 1 до 10, насколько классно вы умеете продавать. Вот это интересно тоже узнать. Ну, то есть, положа руку на сердце, наш продукт без обещаний, а именно профессионально. И профессионально это значит, что закрылся этап, вы также на следующий день пойдете и уже в 10-20 раз привлечете инвестиции уже в новое направление, либо в адресный проект, либо если нам это позволят. Но не так много людей поставят 9, 8, 10. И это абсолютно логично, потому что наш сейчас бизнес продаж построен на обещаниях. Построен на ожидании, но это не бизнес продаж. Нужно освоить навыки продаж и научиться продавать вообще для того, чтобы продавать эксклюзивный продукт. Поэтому вначале мы будем запускать продажи после Instagram направления, которое я осветил. Кстати, видео курса вводного уже готово. После него вы сможете понять, зачем Инстаграм, зачем он нам как сообществу, как мы можем его использовать, как мы можем очень активно позиционироваться, и результатом будет создание бизнес-аккаунта и его наполнение, чтобы далее уже на расширенном обучении вы смогли уже кто-то уйдет в трафик, привлечение трафика, кто-то уйдет в брендирование, позиционирование, потому что у каждого у нас с вами есть фишки, компетенции, с чем мы можем поделиться с окружающим миром. Новая логика событий. Здесь я могу сказать, что это логика бизнес-форумов. Больше ничего не скажу. Новая воронка продаж. На следующем слайде я это покажу. Мировая и повседневная актуальность информации. Я говорю про обучение, и я не буду приводить примеры, но негоже продавать то, что уже устарело, и упаковывать это в виде юридической оболочки. И мы используем обучение только из-за обучения для того, чтобы стать максимально компетентными агентами по продажам нового современного продукта.
И после того, как мы продали, нужно научиться обрабатывать большие потоки данных и большой трафик. Это мы обкатали в 2019 году, и те лидеры, с которыми я лично проводил тест, знакомы, какие потоки людей могут привлекаться, и это мы будем запускать, но мы должны как лидеры быть готовы, что если на вас свалится 100, 200 контактов, а может быть и 1000 контактов в вашем городе, что вы с ними будете делать, насколько оперативно вы будете их обрабатывать. А наша задача это все дело координировать, отслеживать, улучшать результаты и спрашивать, а почему не получается, видя статистику. То есть, что касается нашего продукта обучения, мы ни в коем случае его не делаем как, знаете, юридическая оболочка. То есть юридическая упаковка ведется в другой логике вообще. И в 2020 году, я думаю, что вы увидите уже формирование новой абсолютно упаковки СВЦ в плане юридической и финансовой. Над финансовыми проводниками и коммуникаторами постоянно работаем, над платежными системами. И тут я не буду это освещать на вебинаре, но это мы будем освещать обязательно на встречах и планерках с лидерами, которые у нас очень повседневно, может быть, не повседневно, как сказать, очень периодично проводятся. И сейчас не часто, мы даже отменили одну планерку, признаюсь честно, потому что логика ребрендинга. Потому что нам также надо думать, что сказать лидерам. И пока мы не получим информацию от головной компании, в этом плане мы не сделаем шаг вперед, чтобы нас не оттолкнули недоброжелатели назад. И что касается информации обучения, будет все обновляться. Если человек даже приобрел какой-то продукт комбинированный, то он будет уверен, что, во-первых, репутация у спикера достойная. Мы отбираем очень серьезно. И это обучение будет обновляться. То есть это для того, чтобы привлечь новые потоки людей, для тех, кто хочет, может быть, стать предпринимателем, просто так развить свой бизнес. И погружаясь в сферу обучения, они будут так или иначе приходить к выводу, так я знания получил, а куда их применять? И тут им, пожалуйста, бизнес, развитие СВЦ, там же система дубликации. И многие те, кто приходили для того, чтобы развивать свой бизнес, ну, вы знаете примеры, кто закрывал свои бизнесы, кто переходил, кто уходил с работы. Я думаю, что плюсики не постесняется и поставить те люди, которые с этим столкнулись и абсолютно об этом не сожалеют. И тем самым мы выявим лидеров, да, поставьте плюсики, кто не стесняется. Выявим лидеров и целые новые команды лидеров по разным странам, когда они будут проходить по воронке. И будем экономить затраты на конференции, потому что в логике того, что происходит в мире, по Азии я не исключаю, что мы будем онлайн-марафоны проводить, на онлайн-вебинары сделаем больше упор. И будем максимально все равно присутствовать в тех странах, которые развивают продукт и показывают отличные результаты. То есть какая воронка? Много-много нового рекламного трафика, все попадает, мы получаем новые контакты, не только конкретно мы, а каждый из лидеров, кто докажет свою состоятельность, что ему эти контакты могут даваться. Либо мы прорабатываем систему другую, что любой сможет получить доступ к трафику, кто даже не зарекомендовал себя. И я думаю, что тут очень сильно это может развиться. Уточнять я не буду, так как только дурак и говорит о своих планах максимально конкретно. Далее это все будет выливаться в марафоны и тренинги. Тренинги это по продажам, по Инстаграму. Первые тренинги и марафоны, в том числе онлайн-марафоны, в том числе офлайн-марафоны. Онлайн-марафоны, вы знаете, опыт, что по 2, по 3 тысячи людей можно привлекать. И я вам не буду говорить фишки, потому что, возможно, из сторонних инвестиционных фондов нас будут слушать, но будут определенные фишки, которые смотивируют людей
узнать, а что же за технология, в которую инвестируют люди, и инвестицию в которую я в качестве комбинированного пакета также получил. Бизнес-форумы – это новая логика конференции, и мы один-два раза обкатаем обязательно в 2020 году с именитыми спикерами, и вы знаете, сколько на бизнес-форум приходит людей, а потом у них возникает вопрос: так, я знания, причем поверхностные, получил, а в какую сферу мне их направить? В какую сферу направить, мы будем как раз-таки говорить. Потому что мы, как SVWC, создаем и рабочие места, я не побоюсь этого слова, для новой волны продажников, которые потеряют работу в виде приближающегося и уже настигшего Российскую Федерацию, например, кризиса. И мы будем обучать не только системе дубликации, но и тем компетенциям, с помощью которых можно продвигать и продавать продукт. Далее это будет формирование VIP-клуба, нюансы тоже будут определены, и в том числе по тем направлениям, которые будут доступны только членам VIP-клуба. Я не исключаю, что финансирование неких направлений, где нужна оперативность и привлечение определенной суммы. И специальные события – это уже за счет раскрутки направления части образовательной нашей инвестиционной платформы, и в будущем это агрегатор услуг и компетенций SWC. Что касается обучения, я бы назвал это как виртуальный кампус. И напоследок я скажу, что уже не факт, что в будущем мои дети будут обучаться в обычных университетах, потому что статистика показывает, что многие люди поколения TikTok, поколения Instagram хотят обучаться максимально быстро, максимально активно, именно удаленно, именно тем компетенциям, которые они сейчас хотят получить. Закрыть курс, получить работу, получить трудоустройство, заработать деньги. Скорость сейчас присутствует не только в той индустрии, которую мы финансируем в виде мобильности, но и в виде социальной мобильности. Поэтому я благодарю вас за внимание. И закончить я хотел бы просто очень мощной по энергетике фразой от генерального конструктора, что он еще раз может подтвердить, что мы строим самый крупный бизнес за всю историю цивилизации, и, внимание, мы его построим. Это уверенность генерального конструктора, но а уверенность в привлечении инвестиций. Друзья, я вам могу сказать, когда мы обучимся и внутри мы будем чувствовать максимальные компетенции, мы будем уверены, что мы привлечем любой поток инвестиций. Какой поток, будет зависеть от нас с вами всех. Поэтому благодарю за внимание. С вами Алексей Суходоев, член правления SWC. Сейчас один-два вопроса. Я надеюсь, заряд вы получили, потому что я большой заряд получил от генерального конструктора. И большая благодарность ему за это. Выделить время среди тех двух сотен дней, которые он провел в командировках. А я могу сказать, что 3 года назад, я его прекрасно понимаю, я тоже подсчитал, и фактически эту же сумму дней я провел в командировках. И сейчас настало время проводить в командировках подрастающих лидеров, нас также и всех, кто пожелает получать новые компетенции, обучаться и развивать бизнес SWC. 2020 год будет прорывной и очень серьезный, несмотря на все те изменения, которые происходят в мире, потому что мы знаем, как внутри них действовать. А теперь вопросы. Насколько обучение будет доступно большинству участников? Оно будет доступно большинству участников, и наоборот, большинство участников можно будет оповещать и привлекать тем самым на продукт обучения, если кто-то будет не заинтересован в продукте инвестиции. Планируется ли еще обмен на токены, либо выкупы для тех, кому 70+ и 65+. По обратному выкупу эту информацию мы будем уточнять только у головной компании. Если говорить про обмен на токены, в логике SWC это планируется. По срокам не скажу. Так, скажи, еще можно поменять доли на акции? Наверное, доли на токены. Сроки были обозначены, если
это невозможно в РСВ кабинете, то это невозможно уже сейчас. Друзья, еще парочка вопросов, и я завершаю. До скорых встреч через 2 недели. Так, если вопросов нет, то всем счастливо. Поставьте от 1 до 10 по той информации, которую вы сегодня получили. Искренне приятно анализировать и видеть каждый раз. Всем счастливо.